5 лет назад компания существовала только на бумаге, комплект документов. За пятилетку сеть санаториев открытого акционерного общества РЖД «Здоровье» выбилась число лидеров на санаторно-курортном рынке. По качеству предоставления услуг, по оснащению медицинским оборудованием, объемам инвестиций в развитие, строительством и реконструкции санаториев и баз отдыха. За 5 лет существования ООО «РЖД «Здоровье» инвестиции в строительство и в ремонт увеличено 2,5 раза, я не ошибаюсь, 2,5 раза. Сегодня санатории РЖД «Здоровье» доступны не только сотрудникам железнодорожных предприятий, но и обычным гражданам. Отремонтировано и реконструировано более 50 объектов. Сейчас это современные и комфортные средства размещения. Очень важный аспект – это развитие коммерческого мышления нашего. Технологии работы с клиентом, комплекс современных управленческих мероприятий по маркетингу для руководителей наших филиалов, воспитать незаурядных людей и сформировать команды из сотрудников, экспертов, исповедующих корпоративную философию. Поздравить юбиляров приехали коллеги, партнеры и друзья. Юбилей компании совпал с 10-летним юбилеем санатория «Аквамарин». Лучших сотрудников санатория наградили памятными подарками, благодарственными грамотами. Но не только поздравления звучали на торжестве. Наметили планы работы и поставили задачи на перспективу.